Всем привет! Сегодня суббота, у нас метет. Уже вот такой вот слояка снега намело. Никто, естественно, ничего не расчищает. Потому что, ну, во-первых, зачем, если снег идет, да? Это вам не Москва, где службы коммунальные, как только пошел снег, уже начинают, выбегают разгребать все здесь. Мы чуть дальше от Москвы, поэтому можно не убирать. В общем, метет, метет, метет. Никто ничего не убирает. О! Какое все! Какое все! Красивое! Пургища. Ой, холодно. Все, все, закрываем, закрываем окно. Пойдемте в тельке тушить, да, кот? Да, чудовище мое страшное. Ага. Да, открой. Всем привет. Дома тепло и хорошо. Все, мы пошли тефтельки делать. Не тянись ко мне. Пошли, пошли в комнату. Холодно на балконе. Пошли домой. Чурчхилла. Так, у меня тут тушатся тефтельки, капустка, картошечка, сельдерей, морковушка, куркума, солюшка и красный перчик. Вот, я так думаю, что скоро уже будет готов, но пусть пока вся моя эта красота тушится. С такой с юшечкой, с водичкой. А, в йогурте тушится, да. Йогурт с водичкой развела. И вот такая вот вкуснота. Скоро будет готово. А за окном... Вон там мужичок, сосед не завелся, я так понимаю. Скорее всего, будут сейчас прикуривать его. Ну что, не мудрено, блин, 15-20, сколько сегодня градусов у нас? Вроде как 10. Так, кисуль, ты не жуй цветы. И метет, метет, метет. Кот, ну конечно, куда без тебя-то, да? Кстати, вон дворник вышел убираться. Это же дворник, да. Ну, конечно, один он... Что он сделает? Он пытается убрать дорожки. Хотя бы, да, чтобы можно было проходить. Ну, а тут такой коллапс. Видимо, ищут, чем прикуривать. Нужны же специальные проводочки. Типа я сейчас Америку открыла. Ну вот видите, пришел, вот он прочистил уже дорожку пешеходную. Ну вот пока в этом доме, я надеюсь, что к нашему тоже подойдут. Ну а, собственно, дорогу, по которой машины ездят, они прочищают только техника, и техника где-то в пути. К понедельнику должна подойти. А, вон, ребятушки проводочки нашли. Сейчас подкурят его. Вообще, я помню, в позапрошлом году, когда аккумулятор тоже стал садиться, потому что я его ни разу не меняла. И вот так вот ты выходишь на улицу, джик-джик, джик-джик, а ничего у тебя не заводится. И шла я к мужикам приставать, чтобы меня подкурили. Естественно, не у всех... были вот эти вот штучки, и многие, ну как многие, в принципе, я быстро находила, соседи меня прикуривали,
Вот так вот. Зима, она такая. Куварная. Блин, снег, кажется, остановился. Кот, ты уверен? Ну хорошо, давай. Ого. Сколько снега. Давай, Кристюш, ты идешь или нет? Гулять. Давай. Не, снег не остановился. Он сыпет. Ничего себе. Сколько снега. Надо его немножко поубирать. Сейчас я возьму чем-нибудь, уберу его отсюда. Коврик намело. Просто ужас. О, коврик какой чистенький. Я не знаю, кстати, сейчас я не видела. Ну, вот у меня, например, в детстве часто выносили, когда снегопад пройдет, выносили коврики и выбивали. Но сейчас я не знаю, сейчас я, честно говоря, не видела такого. Ну, может, где-то делают. Кот! Все, сейчас я здесь немножко еще уберу. Ну, хотя, в принципе, я завтра буду заниматься именно уборкой. Вот так вот у нас снежно. Нашла видео про оригинальное окрашивание стен. Ну, просто не могу. Не могу его вам не показать. Потому что для меня само это открытие, как раз для тех, кто делает ремонт, еще делает ремонт сами. Может быть, кто-то что-то возьмет на вооружение. Все, по сути, так просто, но... Не знаю, я бы до этого не догадалась, наверное. Видите, накрас, щух. И, пожалуйста, у вас оригинальная стена. Вот это вообще просто бомба. Я музыку не включаю, что я включать? Я на заднем фоне вместо музыки. Это в Фейсбуке такое видео. Не знаю, кто-то мне переслал или... Короче, увидела я в ленте у кого-то. Смотрите, как прикольно.
Вообще столько всего оригинального можно придумать. И, но опять же, если у вас есть желание, если у вас возможность этим заниматься, то вы можете придумать для себя какой-то такой дизайн стен, который будет только у вас. Это будет, знаете, не штампованные ремонты. Вот так вот, смотрите, как круто же. Ну круто же. По сути, все очень просто. Нужно просто проявить немножечко смекалки. Ну-ка, с этого тоже. О, вот он тоже. Смотрите, ну классно же. Очень оригинально. А, это ребристая будет. Блин, ну вообще, идеи просто шик. Одна прекраснее другой. И все очень просто. Все, а, нет, еще есть. А, ну это с губкой. Такое я, по-моему, как бы видела уже где-то. Ну, тоже такое оригинальненький вариант. Вместо обоев. Вот так вот.